на карантине. Я уже проснулась, оделась, умылась. Ну, как оделась? В пижаме хожу. А сейчас я буду делать завтрак, как вы уже поняли. Буду делать я яичницу в хлебе. Для этого я взяла нарезанный хлеб, сделала в нем отверстие для того, чтобы положить в него яйцо. И буду его все это дело жарить. Find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Литература еще не прошла, но нам дали задание, я его уже выполнила. Как бы для меня уже литература закончилась.
потом расклеена, и сколько мы с сестрой ничего не делаем, поэтому я пойду кушать. Здесь у нас неподалеку есть турники и качели. Там посижу. Сейчас у нас был английский язык. Теперь у нас сейчас этот, оказывается, у нас поменяли местами общество знаний и физкультуру. Поэтому когда я кушала, у нас было общество знаний, а я не знала, и поэтому пропустила. И сейчас у нас физкультура, я иду на турники. Потом у нас будет биология. Сейчас у нас Рамадан, месяц, и поэтому мы должны держать пост. И я держу, ну, впервые, ну, в прошлый раз я тоже держала только один день, и сейчас я буду держать, и, ну, я держу, два дня держу, один день пропускаю. Один день пропускаем. Сегодня я пропустила. И завтра, и послезавтра буду держать пост. Поэтому это видео выйдет не сейчас, в мае, а летом. Думаю. Я взяла с собой сок, но забыла, что на улице есть нельзя. Это запрет, потому что остальные же держат пост, а я буду перед ними пить, а они... Ну, здесь, правда, никого нет, ну, все, равно нет. Здесь машины ездят. Только машины людей здесь вообще нет, кроме них. Они только, ну, ходят там, где все магазины. А здесь у нас там лес. Там дома, здесь дома. Там тоже лес, и там дома. Там далеко, там где-то там магазины. А на самом способ попить сок. Трудно. Я передумала.
я вам покажу, какие у нас тут цветы есть. Выросли сорняки. На этом мой влог закончился. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.